Добрый день, уважаемые подписчики моего канала и гости моего канала, с вами Руслан Михайлов. Ну что, поговорим сегодня с вами про электросамокаты. Я в свое время недавно делал видеоролик, то что электросамокаты, которые можно купить там на улице, кэшеринг, по-моему, называется, во Франции отменяют, запрещают, то есть его больше не будет. На своих самокатах, которые ты когда-то купил в магазине, ты сможешь ездить. Кстати, хотел напомнить, что за границей, кто владелец электросамокатов, имеет номера, имеет каску, шлем. Вопрос, а почему в России нету номеров, нету шлемов? Пора вводить права даже на вождение электросамокатов и тоже ужесточать правила движения. Об этом уже говорили депутаты Государственной Думы, прорабатывают законопроект насчет этого. Вопрос, а стоит ли электросамокаты запретить в России? Запретят ли в России? Я лично считаю, что которые вот этот... На улице стоит, где-то, может, там, я их никогда не ездил на них, сколько там он стоит, допустим, 10-20 рублей стоит, да, предположим, неважно, какая-то энная сумма, я считаю, с улицы убрать, все, не надо, взять пример с Франции. А владельцев, которые имеют электросамокаты, временно запретить им вождение электросамокатов, пока не получат номера на свой электросамокат, не получит права и каску. Все. Вы скажете, о, почему так? А потому что электросамокат, извините, это не простой или самокат, где ты ногой опираешься и едешь. Это тоже опасный вид транспорта, который ты не успеешь затормозить, человека можешь задавить, он может получить травму и даже умереть. Это факт. Много было несчастных случаев с электросамокатами. Давайте я сошлюсь на статью нашего российского СМИ, и где вот тоже об этом пишут. Сошлюсь на российскую газету, которая была опубликована в этом году в апреле. Экологичный, но опасный транспорт. Запретят ли электросамокаты в России, называется. Рынок аренды самокатов, кикшеринг, в России растет примерно на 60% в год. И с такими показателями опережать мировые темпы в 4 раза. По данным группы компании, к 26 году будет завершаться 546 миллионов поездок, да? Там пишут, да, выручка достигнет 96 миллиардов рублей. Понятно, кое-кто зарабатывает на этом деньги. Но у нас люди калечатся. Я даже по улицам, когда иду, мне иногда какой-то человек обгоняет на электросамокате, не бибикает. А если я бы резко рванул бы влево, вправо? У нас люди-то ходить не умеют пешком, а тут на электросамокатах разъезжают. Я считаю, что надо ожесточать правила. Надо им давать номера, как на номера мотоциклов, машин. Чтобы ездили в касках. Вот и все. Ладно, сам получит травму, пусть. Но, извините, травмировать параллельно людей не стоит. А вот этот кикшеринг, я считаю, запретить. Он не нужен. Кстати, там тоже надо, а вообще эти электросамокаты проверяют, они проходят хоть вот это обследование, а вдруг он поврежден или еще что-то. Вообще надо отменить это. А таких, которые имеют свои владельцев электросамокатов, надо ожесточить правила. Вот и все. Извините, это мини-мотоцикл. Это мини-мотоцикл. Ну, сейчас на меня будут говорить, да, мне на другом ролике говорили, ты сильно жесток, да ничего подобного. Ну, конечно, если вы любитель нарушать правила, конечно, вам это не нравится. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Депутаты будут вводить этот ожесточающий закон. Это факт, уже была эта новость, мы ждем. Ну, что можно сказать? Электросамокаты будут запрещать, скорее всего. Это факт, потому что там пишут в этой статье, факторы стремительного роста кикшеринга создали также условия для обострения дискуссии в обществе. Есть серьезное столкновение позиций. Одна часть общества, включая и меня, считает, что надо запретить. Я считаю, надо запретить. Вот. Электросамокат довольно увесистая конструкция. Когда на обычном тротуаре самокат налетит на пешехода, тот получает серьезные травмы. Это факт, я говорил.
Об этом все говорит директор Института экономики и транспорта, политики Нил Шемих и Блинкин. Допустим, самокаты должны ездить по проезжей части, но тогда при столкновении с автомобилем серьезно пострадает самокатчик. В любом случае, нужно что-то с этим делать, потому что травмы растут. Бывает с электросамокатами, правила нарушаются. Я сам лично видел, когда на машине ехал. Надо для них отдельно тротуарную зону делать. Везде, неважно, в центре города, на окраине города, везде должно быть. То есть мы должны подготовить инфраструктуру. А пока этой инфраструктуры нет, я считаю, на какое-то время запретить стоит электросамокаты. Они нам не нужны. Ну, владельцев можно так пойти, по жесткому пути. А можно внутри города сделать тротуарную зону, ездите. И права дать, и каски, чтобы были, и все остальное. Но на эту тему очень много дискуссий, действительно. Но, извините, электросамокат очень тяжелый, увесистый. И, извините, почему на электросамокатах, за границей есть номера на электросамокат, а у нас нет? А если он в аварию попадет? Ну, понятно, ты человека задержишь, и на него составишь протокол, все остальное. Это все равно вид транспорта является. Значит, надо номера давать. И, естественно, чтобы самокатчика обезопасить, чтобы он не так сильно травму получал, не дай бог, надо шлем ему. Вот и все. А без шлема запретить. А если если ездит человек без шлема, его задержать и штрафануть по правилам дорожного движения. Потому что я где живу, здесь у нас есть любители, и детишки катаются на электросамокатах, просто по проезжей части ездят, и без шлема. Ну, вопрос, куда родители смотрят? Ну да, у нас сами родители такие, что я могу сказать? А если они травму получат, то все остальное. С этим надо бардаком заканчивать. Поэтому я считаю, электросамокаты, пока не будет создана инфраструктура, пока не будет создано правила дорожного движения для них, пока они не сделают это, запретить ездить. Все. А вот этот кэкшеринг вообще надо заканчивать. Я кэкшеринг не очень-то защищаю, потому что там очень много бывает подводных камней, что там нарушают правила, потом еще даже на добросовестных, которые берут на прокат автомобиль или самокат, попадают еще в неприятные ситуации. Поэтому с этим надо заканчивать. А с электросамокатами надо жестко подходить власти, брать пример с Франции. Я сказал почему. Все. Поэтому, извините, наши граждане за последние 30 лет привыкли вообще нарушать правила дорожного движения. Привыкли. И ходить пешком не умеют. Это я тоже убедился. Как не едешь на машине, видишь, на красный свет бегут или не по проезжей части переходят. Да и сами водители и самокатов, и автомобилей не знают, что такое правило дорожного движения. Тоже любят нарушать, ездить на красный свет и не уступать пешеходу дорожного движения. Я вообще считаю, а для чего у нас ГАИ? Почему у нас гаишники не стоят, как в советское время, не контролируют улиц? Не хватает вас? Ну, извините, пополните ваш бюджет и ваших солдат, да? Ну, кто должен служить в ГАИ? И понаставьте везде камеры. Я когда был в Москве, там на каждом углу камер стоит. Ну, в моем городе вообще дефицит камер. Ну, в центре хватает, это понятно, там центр города. А как уезжаешь от центра города, все, беспредел какой-то. Поэтому надо с этим что-то заканчивать и что-то решать. Я сказал свое личное мнение, можете с этим согласиться, может нет, это ваше право, но ужесточение будет, депутаты обещают. Подписывайтесь на мой Дзен-канал, подписывайтесь на мой YouTube-канал, ссылка на мои ресурсы будет приложена, лайкосики ставим и пишем комментарии. До скорых встреч.